Прошедший год для нас, наверное, был год возможностей, потому что рынок освободился от довольно-таки многих крупных игроков, поэтому открылось очень много перспектив, которыми и мы, и наши партнеры успешно пользуемся. На нашем рынке появляется много новых поставщиков именно нашего отечественного сырья, появляются новые ингредиенты. Как раз-таки в этом направлении мы сейчас ведем разработки и, возможно, выйдем в этом году с какими-то уникальными проектами. Поэтому мы видим для себя в этом году тоже очередные возможности. Кадровым дефицитом наша компания, наверное, как и все, столкнулась, особенно в IT-сфере. Очень проблематично найти программистов, дизайнеров, людей, которые занимаются именно всем программным обеспечением. Кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы используем для подбора кадров и различные площадки, и вот такие мероприятия, которые проводит тот же «Деловой Петербург». Находим здесь партнеров, с которыми успешно продолжаем сотрудничество. Я сама стремлюсь к саморазвитию, поэтому постоянно нахожусь в процессе обучения, прохожу различные курсы, повышаю квалификацию, потому что мир сейчас стремительно меняется, меняются тренды, меняются тенденции, и нужно за всем следить и успевать, и, соответственно, мотивирую свою команду тоже стремиться к новым знаниям.